Хорошая зимняя куртка от фирмы Рима, детская, так как мои размеры именно таковы будут в реальности. Есть интересные виды по цветам, но она была вот самая лучшая на мне, красная. Произведена, к сожалению, в Китае, дизайн финский. Все швы ровные, качественные, идеально защищают от холода. Довольно небольшого, но и от сильных, надеюсь, тоже справится с этим. Ветер не страшен, также имеет светоотражающие элементы, которые помогут в темное время суток. Материалы синтетические, натуральные, то есть, в принципе, это больше пуховик, чем что-то иное. Могу советовать брать, хотя лучше искать все-таки варианты по скидке, либо в интернете, так как в фирменном магазине она все же будет дороже, чем хотелось бы. Возможно, слегка марка, но точно не помогает, это я уже успела проверить. Внутренний карман есть на луне, а так, в принципе, нижние карманы на липучках и два верхних, которые не закрываются. Есть регулировка внутри по толщине, и на манжетах липучками регулируется также толщина того, как рукав будет прилегать к вашей кисти, ну или кисти ребенка. Собственно, могу советовать, мех имеется, но он, к сожалению, является ненатуральным. Можно при стирке или в погоду неветренную отстегнуть капюшон, как и саму вот эту табушку в кавычках. Так, вроде я все описала, что смогла о данном товаре. Надеюсь, что мы будем жить все во всем мире и нормально, адекватно путешествовать, и нет войны. Вот таким способом я могу это сказать. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Хорошая зимняя куртка от фирмы Рима, детская, так как мои размеры именно таковы будут в реальности. Есть интересные виды по цветам.